Кино. Художественный фильм. Кинокомпания «20 лет с конфискацией» представляет художественный фильм «Небо в клеточку» по роману «Судьба в полосочку». Лицом к стене. Проходи в камеру. Везет же людям. Человек неделю в камере не сидит. К нему уже жена на свиданку приехала. Передачку привезла. А моя за год ни разу не приезжала. А надо уметь жену выбрать. Вот моя. Красивая, заботливая. И что в наше время очень важно, экономное. О, копеечку не растражили. А что там? А это к праздничку. Да. Жена сказала, чтобы вы праздник отметили. Что там? О, там. А я не знаю еще. Ну, посмотри. Давайте. Да не так. Ой, еще одна коробка. Чей, твою мать, еще коробка. Да что же. Пастила, что ли? Ну. Эти, твою мать, мел. Мел? Еще записка. Милый, обычный день. Отмечай палочкой. А праздник крестиком. Целую. Отметили. Кино. Ну как? Как оно вообще? Что? Ну, вообще. Нормально? Да, да. А что ты тут ходишь среди ночи, как у себя дома? Что такое? Я с работы домой ехал. Да и иду. Я допоздна работаю. И... А я вот тут работаю. Я тут работаю. Тут? Ага. А кем вы тут? А вот их. Людей подстерегаю, избиваю их и деньги забираю. Да, вот такая работа. У меня нету денег. Нет? Нет. Нам зарплату задержали. Я пока бесплатно работаю. Бесплатно пока. А ты знаешь, ты вот шел. Да. Я когда тебя увидел... Ты так шел, я размечтался. Нету. Ну что ты расстроился? Да, перестань. Что, ну и нету еще. Нету, да. Вот страна, это вообще. Все за страну. А что, мы не люди? Надо ж помогать друг другу, правильно? Конечно, да, надо. Ты бесплатно работаешь? Да, я. И я для тебя бесплатно поработаю. Просто вот со всем моим уважением я тебе без денег отметелю. А? Давай! Люди спят. Иди аккуратненько домой. Иди. Чтоб все, как говорится, у тебя, чтоб платили. Главное, чтоб платили они.